Мы стоим на виадуке напротив аэропорта. Объем левее, да? По дороге или куда? Понятно, понятно. Надо бить правее. Сошки сюда двинь. Вот сюда, вот сюда. Так, смотрите сейчас. Смотрите сейчас. Выстрел. Ай. Пошла. Секунд через 25. Погоди, разрыва еще не было. Это не наши. Вертолеты там работают. Вот разрыв. Был разрыв. Правее. Понял, то есть ближе к нам. Ну вот так, понял. Давай, выстрел. Да лучше бы на расположение, где палатки. В БТР с такой дистанции попасть это нереально. Да лучше вот где расположение палатки, там больше шансов на трассу. Разрыв. Куда? Был, мы слышали. Так, это самое. Наведи меня на палатки. Где палатки находятся? Ближе, дальше. Так, левее для вас или для меня? Правее. Много? Понял. Выстрел. Тридцать секунд летит, это самое. Можете. Грузимся. По машине. Вон там опять дым. Блять, там бета, наверное, закопан, слышь. Идите низом.
Они свято верят, что их с посадки долбанули. Видишь, все разрывы там. Туда лупят, да? Ну. И хорошо. Где-то на 10 часов.